умеет лизнуть. Вот, извиняюсь за выражение. Вот так. Я просто сам с ним не буду работать. Ну просто еще проблема в том, что за Эллита. С Эллиотом я работал, ребята. При Эллиоте инспекция останется прежней, не тронутой. О, сука, беги нахуй. ХД все под Эллитом. Видели в официальной. Я кстати, ай, блин. В офис приехали сотрудники полиции. Ну, я говорю, с Эллиотом работать я буду. А с этим сопляком, который два слова связать не может, я не собираюсь тут один кабинет делить. Тем более господин губернатор его называет. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Здравствуйте, Василий. Такие высказывания. Здравствуйте. Всем привет, ребятки. Как это? Государственная безопасность. Вот представьте, если бы в какой-то из стран поставили это, да, он в труханах. Привет, Марико, привет. Почему который бы говорил, что мой конек — это раздавать людям деньги. Но это же безумие. Правильно, Василий, это я так боюсь спросить. Это вот, я надеюсь, Федеральное бюро, люди не глупые, и тоже как-то предотвратят этот факт, потому что нас ждет разруха. Пошел я сюда. Здравствуйте, Василий. Ой, Марика, здравствуй. Не рядом со мной надо было это сказать, да? Может, я не отлучиться, надо все хорошо. Ладненько, да, я тоже пошел на боковую. Всем удачи. Василий, я сказал, это там, где надо, да. Да, про Кевина. Ну как прокинул? Это факт. Не, я говорю про Кевина, про Кевина. А, да, про Кевина. Геймер, привет. А, на рабочем столе-то? Это я на фоне пляжа. Привет. Алло, алло. Меня слышно? Михаил, ты до дома не подбросишь? А одна я это все вижу или нет? Я понимаю, в ближайшее время, пока буду находиться... Где это шалава, братан? Не видел шалаву? Меня слышно? Вот, он рассказывает... Он говорит, вообще тут невыносимо. Только, возможно, людям, которые... Угу, понятно, перезагружаемся. Ты вся в татухах? У меня одна на ноге, одна на спине и одна на руке. Как слышно меня, ребятки?